Ермолаев Василий Антонович, 1924-1943 года. Герой Советского Союза, уроженец станицы Крымской. В Советской армии с мая 1942 года. Окончил Ленинградское танковое училище в 1943 году, попав сразу же в самое пекло боев на передовую Первого Украинского фронта. В ночь на 7 декабря 1943 года экипаж младшего лейтенанта Ермолаева принял свой первый и последний бой под Киевом у села Заньки. Один советский танк преградил путь целой гитлеровской колонне. 6 вражеских танков пылали, но вспыхнул и Т-34 экипажа Ермолаева. Увидев, что 7-й танк уходит по дну оврагом на штыл, в сторону штаба подразделения, а запас снарядов исчерпан, младший лейтенант Ермолаев принимает решение идти на таран. Ценой своей жизни экипаж отважных танкистов преградил путь врагу. Гимназии номер 7 города Крымска присвоено имя нашего земляка, героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича.